я из Шри-Ланки. У нас принято отмечать Всемирный день студента каждый год. В России этот праздник называется Татьянин день. А вы знаете почему? 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о учреждении Московского университета. По стечению обстоятельств эта дата совпала с Днем памяти Святой Татьяны. Так традиционный праздник московских студентов получил название Татьянин день. В 2006 году Татьянин день стал общегосударственным праздником, Днем российского студенчества. Татьянин день. Это праздник со своими традициями и ритуалами. Ведь после продолжительных учебных дней и бессонных ночей... Именно с этой даты у нас студентов начинаются каникулы. Хотим искренне поздравить студентов всех поколений. Сказать спасибо нашим педагогам. И пожелать счастья, радости и покорения новых вершин. С Татьяниным днем!